Всем привет, с вами Тим. И у нас снова Анабиос. Продолжаем лазить по этому кораблю и выяснять, что же тут произошло на самом деле. Давайте осмотримся. Пока. Так, как там сюда? Оттуда я так пришли, да? Дальше ничего нет. Блин, лопату взял бы. Что-то подождите. Значит, я запутался, куда нам идти-то. Стал мерзнуть. Да что ты его не разобьешь, ты дурак что ли? Что это вообще за какой-то невыносимый? Да, выносливость, конечно, тут вообще это просто. Или оттуда я пришел? Может, я отсюда пришел? Что я тут делаю? То, что там козлины это ходят. Че не понимаю. Да в смысле? Так, а ну-ка пошли разберемся с этим. Блин, я же помню, в трейлере было, я помню, что там он чувак с оружкой, какое-то ружье было, он бегал с ним. Там вода, да, мы сейчас растопили лед, и мы сможем пройти, да? Так, вот вижу, какой-то чувак лежит. Давайте глянем. Походу тут очередная... Надо бы. Так, подожди, подожди, подожди. Что сделать? Ну так и чё? Yeah.
открыл. А, типа я смог открыть. Блин, ничего себе, значит я там в прошлом смог открыть, и здесь открылась дверь. Прекрасненько, ну-ка давай. Да сломай ты ее, ёперный карась. Блин, да взял бы лопату, ну что это за фигня? Ну как так, блин, ходит с каким-то обломком вентиля, непонятно чё, зачем, почему. Да в смысле? Ты чё, блядь, не можешь нажать? Вот же кнопка. Бля, реально. А чё это до сюда пришел? Проблема нажать. Ты, блядь, нажмешь, ее нет сегодня. Да ты нажмешь ее, блядь, чё не так? Порой эта игра вот, вот просто вот я хер его знает. Ну чё не так? Что не так? Что ты от меня хочешь, чувак, скажи мне. Подсказок хера ничего нету. Ты будешь сжать ты её. Блять, я чё-то не понимаю в этой жизни. Ой, давайте управление глянем. Что не так? Блять, что не так? Блять, ты серьезно? Лоза. Виноградная лоза, ну или ивовая, неважно. Она ведь параметров не имеет. Дай себе задание найти воду. Задай признак, показываемый этим прибором, и обрящешь. Этот метод работает в случае, когда лоза ходец имеет возможность
непрерывно расхаживать по полям и в лесу по своему собственному усмотрению, движимый внутренним ощущением. А вот когда за ним всюду следует толпы, то менее вероятно, что вода будет найдена. То следует, толпу следует. Будут искать без объявления в случайно выбранные часы, чтобы гарантировать себе уединение, которое им требуется. Я думаю, ни хрена себе, думаю, блин, кто уху следует, вот это докатились, думаю. Что кто уху за ними следует. Кто уху, он везде, блин. Я так понимаю, что теперь можно туда идти. Ты мог сразу сказать, блин, что там дверь. Так. Наверное, сейчас ролик будет. А, нет, загрузочка пошла. Ну давай. Иногда эта игра просто в тупик стоит, думаешь, а чё ж сделать, блин, оказывается просто, ну бывает, внимательность, ну что вы, не придирайтесь. Так, тут чё? Ага, да, прыгнет он туда, конечно. Он и так ходит, это, блин. Твою мать, система. Вот, пошёл вниз. Сейчас какая-нибудь собака вылезет, да ты чё? Ну-ка. Дурак, что ли, ты чё меня пугаешь? Пошёл отсюда. Бляха, придурок. Ну-ка, подзарядись. Ну здорово. Что, смотри, там тросы выдержат? Да, хорошо, почти подняли. Давай поднажмем, еще немного. Давайте, мужики. Сейчас, обожди. Здесь стопор постоянно срывается. Может помочь-то? Ты иди-то отсюда. Ну-ка, сейчас мы как нас учили тут в бойцовском клубе. Подожди, подожди, какой тут стопор-то? Это... Давайте позарядимся. Хорош. Тепло стало. Хорошо. Так, подожди, какой стопор? Что-то нажать, да, надо? А вон что-то вижу кого-то. Ай! Здорово! Я тебя махну. Это козел. Опять из-за него придется идти восстанавливать немножко все. На самом деле полезная штука, когда тепло, вот так вот можно восстановить. Ну-ка, пойдемте-ка. Давайте посмотрим, что нас тут ждет. А что такое?
могла бы тебе помочь, может? А, черт. Ну что ты будешь делать, а? И это пустой. Все, что выжил из остальных, заправил на скафандр. Смеси там примерно на 5 минут. Ладно. Имеем, что имеем. Должно хватить. Иди к лифту, я опускаю. А к какому лифту? Плаваем. Ой, что-то опять загребло. Осторожно выходи из лифта, вода должна быть мутная. Потом сразу налево, смотри, я в лодке буду. За мной и ориентируйся. Подожди. Подожди, друг. Вот вы тогда наверху были. А мы же здесь, все внизу. Сидим, значит, каждый что-то свое вспоминает. И вот тебе... Так, ребятки, я вернулся, короче, мне тут телефон зазвонил, короче, ходилось ходить, поэтому давайте продолжим с вами. Вон, вот вы чувачка. Тогда наверху были, а мы же здесь, все внизу. Сидим, значит, каждый что-то свое вспоминает. И вот тебе... Ой, как он медленно идет. Ой, да иди ты отсюда, слышь. Ах ты, козел, а. Час! Опущу ворота. Да подожди ты, я еще до тебя-то не дошел, ё-моё, блин, опущу ворота. Мы же все, пробки, болты, клинья, все, что было. Ветошь, да куда там? Борта как пластилин по швам порвало. Да, приложило нас, конечно, капитально. Ну ничего, подушки набили... Щиты соорудили, раздвижные упоры. Остановили кое-как, слава богу. А потом, ты знаешь, вначале жарко стало, потом холодно. А сейчас что-то совсем дурно. Вот ныряем. Что там у тебя случилось? У меня козел тут какой-то. Смотри аккуратно, там на дне хлама всякого собралось. Да, я вижу, тут хлам какой-то, мужик какой-то докопался до меня. Ты чё делаешь-то? Подожди. Я тебя сейчас это, слышу. Козлина, блин, а. Ну что ты? Смотри, там же всё еле держится. Это да, я. Не видно ни черта, знаю. Ну, давай. Давай помаленьку, немного ведь осталось. Да, тут это, ты да, не забывай. Да, на ржавых трубах. Вот это что? Я кое-как циркуляцию поддерживаю, чтоб, значит, не прихватило. А ты слушай, да под ноги гляди, чтоб вентили не задеть. Трубы-то ж не держат. А что говорить, ты сам знаешь. Тут уже 5 лет как ничего не держит. Да, все на соплях, как обычно. Я думаю... Да что ты пристал ко мне, слышь, ты дурак. Ну что б я сомневался. Все, к чертям трубы. Теперь если воды не спустим. Понятно. Уже завтра все камнем возьмется. Эти твари. Ну так что мне сделать-то надо, я не пойму. Че ты прикопался ко мне? Ладно, че слова-то попусту. Малёха осталось. Заходи за решетку, считай, пришли. За какую? Он туда, что ли? Или куда? Опускаю. Кого? Капец, блин, короче, ребятки, эта игрушка очень медленная. А я пока к лебедке. Оттуда и продолжим. Thank you.
смотри, там по борту должен быть щит деревянный. Мы им щели с рваными гранями прижали. Поэтому с подушкой. Я сейчас разборку спущу, а ты тросы горелкой порежешь. Чего? Опускаю. Режь трусы на обоих крюках, по краям разборки. Блин, у меня кислорода, ты слышишь, чувак? Да режь всё, ты ее. Установили. Включаю двигатели. Следи там за упором. За каким упором? Чё происходит? Первый этап закончили. Ты чё, долбанулся? А, всё что ли? О, бляха, я думал, что еще сейчас скажет надо. Бляха, меня не пугает. Так, подожди. Вон, вижу факел. Давай-ка подзаряжу. Да что ты? Твою. Ой, хорош. А чё так мало-то? Молодчик. Так. Сказать, что мне вниз надо, да? Давай вниз спустимся. Что происходит? Ты что ли? В смысле? Ну что, мерзнет тут что ли? Чё? Подожди, я что-то не пойму. Все настолько плохо, что ли? Че? Или наоборот хорошо? Да, мне кажется, сюда очень не рекомендуется, да? И давайте. Думал, что может туда надо, а оказывается туда не надо, да? Хорошо. Так, и чё? Да сломай же ты ее, блин. Погнал. Сохранимся. Ну-ка. Серьезно, что ли?
Да что ж ты будешь делать-то? Ёб твою мать, что это было? Козёл. Вот такие, ребятки, нежданчики бывают, что ли? А ты типа подыхать не собираешься, что ли? Падай! Че не упал-то, слышь? Вот слушай, собачий пес, а? Так, ну давайте по трубам пролезем, я не знаю. Повел их Данка. Дружно все пошли за ним, верили в него. Трудный путь это был. Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей. И деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой. Как змеи протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они. Все гуще становился лес, все меньше было сил. И вот стали роптать на Данка, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен. Блин, вот слышь ты, бабка, блин, вот ты, я, конечно, понимаю, мне интересны твои эти высказывания, но, блин, мой сейчас персонаж подохнет с тебя, вот это вот, то, что ты там трындела полчаса, надо идти, наверное, назад. Он же пойдет назад. Скажет нихера. Да конечно он скажет нихера, иди нахер, скажет, правильно, чеш. Почему нет? Да понять, не пора. Куда идти-то? В прошлый раз, как ни пытались, не тянет насос. Я думаю, где-то шланг передавило. Здесь наверху труба обломана. Да. Наверное, ударом вниз оборвалась. Ты посмотри там, если что мешает, режь прям горелкой. Вот-вот! Есть напор! Работает! А что происходит-то? Ты кто такой, ты слышишь это? Да я выберусь, я тебе сейчас по башке дам, но... Твою мать.
нет. Ты что? Ты что делаешь? Вот топорик есть, все. Кранты тебе, тварь. Где факел был, где? Наоборот сюда. Куда? Хорош просто. Так. Нам это понимаешь. Ты дурак, ну куда ты со своей... Я тебя махну. Собака. Как дам тебе ногу отрублю, блин. Ты хочешь нормально восполняться, не? Почему ты не восполняешься, хорош? Залезь туда! Господи, ну почему такой баран? Это я тебя махну. Козлина. О, костерок. Костра согреться, это вообще дело нужное всегда. Блин, все эти козлы лезут, что-то хотят от меня. А, блок он на топором не стоит, что ли? Здорово. Я тебя предупреждаю, собака. Со мной не ссорься. Блин, козел, а. Время на них потратишь. Топорик уже хорошо. И чё? Во, хорош. Так, загрузочка, давайте я сейчас попью. У меня аж в горле пересохло от таких этих надоедливых челдабриков. Так. Что происходит?
Да открылись ты. Он веник возьми, блин, это будет проще. Он веником огорит вообще. Здорово. Ты кто? Подожди, а почему он нет, да? Он одна тут, наверное. А, типа он. Ясненько. Что-то не так сделал. Воду отсек! Открой дверь! Я запущу насос! Да подожди ты! Какую дверь? Открывай! Открыл. В смысле? Я ж открыл. Что не так? Подъем по кораблю! Персоналу спуститься в нижние отсеки! Вниз! Все вниз! Быстрее шевелимся! Быстрее! Двигайтесь! Нужно сбросить воду отсек! Открой дверь! Я запущу насос! Может, я слишком рано открыл? Открывай! Да. А, вон чё как. Блин, ну чувак, ты мог сказать, что надо вот так вот делать было, а? Однажды гроза грянула над лесом. Зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно. Точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Кто? Thank you.
происходит? Да что ты машешь, я тебя махну. Козёл, а? Там ещё один козёл идёт. Подошёл сюда. Я говорил, что не лезь ко мне. Нет, тварь. Какие наглые граждане, а? Так. Да что ж ты не угомонишься-то? Махну. Ты козёл, ты ещё мне решил дать отпор, что ли? Вообще офигел. Сюда мы пришли, да? Мы же ничего не сделаем. Пойдемте-ка. Проясним ситуацию. Я что тут делал? Опять тут баловался с какими-то приборами, да? Я тебя знаю, тварь. Знаю, что ты тут что-то химичил. Что ты будешь делать-то, а? Ну-ка, где тут чё? Чё? Вроде свет-то есть, а? Хочешь погреться? Чувак. Так, подождите-ка. Подавайте-ка. Глянем. Ты что? Ну-ка вылазь. Бляха, промазал. Ты что, не сдохнешь-то, друг? Хедшотик прописал. О, я же говорю, я же помню, там какой-то ружьишко было. Так, подождите, а как мне забраться назад?
как я должен выстрелить. Потратить патрон один, чтобы сбить лестницу, это гениально. Так, ладно. А у нас там... Так, и чё? Серьезно, что ли? Да нет. Ты живой, что ли? Сволочь, а. Патрончики на всякий случай перезарядим. Смотри, 3 выстрела в голову, надо, чтобы он сдох, а? Прочный молодой человек. Возьми ты. Сейчас не понял. Козел, на тебя все патроны истратил.
Давайте поднимемся туда. Я думаю, нам бы пора бы заканчивать уже. Серия-то, наверное, уже опять долго длится. Сейчас мы найдем где-нибудь хорошую коптилку, чтобы... Это патрончик. Плохо. Давайте, ребятки, на сегодня заканчивать. Поэтому всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. И всем до встречи, всем пока.